В эфире «Сыскное дело», в студии Алина Чемерис. Здравствуйте. Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях, ведомственных проверках, громких судебных делах и подведем криминальные итоги недели. В среду в Самарском областном суде присяжные вынесли вердикт по нашумевшему делу об убийстве экс-главы сызранской полиции Андрея Гошта и его семьи. Заседание шло в закрытом режиме. В преступлении обвиняются четверо мужчин – Роман Фаталиев, Ислам Бабаев, Махмадали Ахмадов и Архан Захрабов. По версии следствия, Андрей Гошт и пятеро членов его семьи были убиты в собственном доме в апреле прошлого года. Чудом выжила племянница полицейского. Согласно материалам дела, нападавшие проникли в дом, когда все спали, и до смерти избили своих жертв. С места преступления скрылись, прихватив с собой ценные вещи. Коллегия присяжных большинством голосов признала всех фигурантов виновными. Теперь стороны защиты и обвинения будут обсуждать этот вердикт. Адвокаты подсудимых намерены его оспорить. Виновны все, 9-3. Было мнение, двое заслуживают снисхождения. Пока в мой подзащитный в ряды тех, кто заслуживает снисхождения, не входит. Мы, конечно, с данной позицией не согласны. У нас еще будут прения перед судом, мы будем обсуждать вердикт присяжных. По убийству и разбою Ахмадов и Фаталиев присяжными признаны не заслуживающими снисхождения. По покушению на убийство Фаталиев и Захрабов заслужили снисхождение. Ахмадову и Фаталиеву, так как они признаны по убийству с разбойным нападением не заслуживающими снисхождения, возможно, назначение пожизненного лишения свободы. Подходит к финалу еще одно громкое дело. Уже в эту пятницу могут вынести приговор основателю финансовой пирамиды, жертвами которой стали более сотни человек. В мошенничестве обвиняют Юлию Жильцову. По версии следствия, она организовала две компании – «Гелиос» и «Тиферет», которые обещали жителям высокие проценты по вкладам. Ставка могла составить 75%. После того, как обман раскрыли, выяснилось – пострадавших 125 человек, большинство из них – пенсионеры. Сейчас Юлия Жильцова под подпиской о невыезде. Самарцы ищут поджигателей. Жители объединились в поисках тех, кто, по их мнению, с начала зимы спалил десятки машин. По данным МЧС, с декабря в городе сгорели свыше 30 автомобилей. Как минимум в 11 случаях зарегистрирован поджог. Активисты из числа пострадавших создали группу в интернете. Изучают данные из камер видеонаблюдения, в объективы которых могли попасть виновники ЧП. О том, как продвигаются народные поиски, в нашем сюжете. Мерседес Антона сгорел в первый день Нового года. Молодой человек рассказывает, 1 января приехал в гости к друзьям на улицу Мариса Тереза и припарковал машину во дворе. Как все случилось, на камеру мобильного телефона сняли очевидцы. Даже эксперты, в принципе, сразу пояснили то, что машина сама так не горит. И, в принципе, с автомобилем ничего не должно было быть, потому что до этого несколько дней назад прошло ТО и никаких нареканий ничего не было. Похожая история и у Александра. Он лишился автомобиля 11 января. Схема похожа. Машина стояла во дворе. Ночью сработала сигнализация. Когда выбежал на улицу, у объятого пламенем Hyundai уже взрывались колеса. Владелец сгоревшего авто утверждает, опасных веществ, которые могли бы вспыхнуть, в салоне не было. Какая-то девушка молодая, она говорит, видел троих молодых парней. Говорят, вроде возраст до 30. Все худощавые, один в светлой куртке был. И вот они ходили мимо гаражей, туда-сюда пару раз проходили, она как обратила внимание. Таких, как Антон и Александр, в Самаре десятки. Машины жителей начали вспыхивать в декабре. Сейчас многие погорельцы еще ждут результатов экспертизы. Она займет минимум месяц. Чтобы ускорить процесс, Антон создал группу ВКонтакте и призвал всех пострадавших объединиться в поисках виновников случившегося. Поиски добровольцы ведут тщательно. На зданиях или еще где-то камеры просим записи, просматриваем их, смотрим машины, кто проходил в это время, в ближайшие за несколько часов до и прочее. Предварительные результаты уже есть, но разглашать их активисты пока не хотят. По данным МЧС, с декабря прошлого года в Самаре сгорели более 30 машин. Согласно заключению экспертов, как минимум 11 из них точно сожгли. По мнению юристов, если в кратчайшие сроки не найти и не наказать виновников, это может привести к печальным последствиям. Цепная реакция. То есть ты сделал первый раз, тебе сошло с рук, ты не понес наказание. После этого, как правило, группа лиц, кто этим занимается, становится больше. Потому что это приобретает такой легкий элемент развлечения на грани с ответственностью, но ответственности нет. Активисты уверяют, сегодня важно предупредить жителей об опасности и как можно скорее найти виновников. Если поджигателей поймают и вина их будет доказана, им могут грозить принудительные работы, штраф или до 5 лет лишения свободы.
Жители Самары ищут дог-хантеров. В Куйбышевском районе неизвестные травят кошек и собак. От рук живодеров уже погибли свыше десятка животных. Люди уже боятся выпускать на улицу своих питомцев. Эксперты уверены, яд, который отравители подсыпают в пищу четвероногим друзьям человека, может быть губительным и для людей. Мы провели свое журналистское расследование. Вот он красавец мой. Да, скажу, да. Больше никуда тебя не выпускать не буду. Дружелюбный ушастик теперь подпускает к себе только хозяина. На днях собаку отравили. Михаил своего четвероногого друга чудом сумел выходить. Рассказывает, животное приютил недавно. Сейчас пес живет в сарае, который мужчина подлатал специально для своих питомцев. А их было немало. Ушастик уже шестой. Других собак тоже отравили. Животные мучительно умирали на глазах у всего двора. Палки вот такие вот, с рук палка вот такая вот. Перегрызают палку от боли. Мучиться. У меня вот Найда была такая, хорошая собака. Прям вообще плакали, тут многие ходили. Взяли и отравили. С детьми, дети на колясках берет, на санках берет, она их раз и тянет санки. Катались дети. Ну, кому это надо было? Теперь делится Михаил, он очень боится за ушастика и на ночь запирает. Но питомцы Нелли Прилипской меры предосторожности не спасли. Вот Валер у нас стоял, вон там Валер. Сидела собачка, мы кормили ее, ухаживали за ней. А ее отравили, мы просыпаемся, она умерла. Ночью это все делают. Жители рассказывают, животных травят не первый год. Люди даже предположить не могут, кому они помешали. Самарские зоозащитники уверены, жестокость к животным может стать проблемой и для людей. Ядом, который дог-хантеры подсыпают в еду собакам и кошкам, могут отравиться дети. Надо писать на центральную городскую станцию на Фатеева, звонить, причем она круглосуточная. Они должны выехать и взять на экспертизу, потому что это представляет опасность для людей. Да, такие случаи уже были. Мы на мехзаводе определяли вещество, оно было запрещено еще в 70-х годах. Раскидано рядом со школой, на детской площадке. После этого оно сохраняется в почве больше десятка лет. Уголовный кодекс там и так достаточно жестко для этих дел статья существует уже. Поэтому как-то ее дополнительно ужесточать, на мой взгляд, нет смысла. Если, лучше разграничить и, например, сделать зависимость, что если, там, условно говоря, дважды попался на административке, то дальше уже уголовное. Сегодня за жестокое обращение с животными живодерам грозит штраф, принудительной работы или лишение свободы сроком до 2 лет. Жители домов на улице Ильтонская уверены, отравители попадут в руки правосудия. Более 1 000 000 000 рублей в прошлом году задолжали нерадивые родители. К ответственности за невыплату алиментов судебные приставы привлекли свыше 25 тысяч человек. Сегодня нежелание содержать своих детей карается по закону. Тех, кто более 2 месяцев не платит алименты, привлекают к обязательным работам. Не хочешь платить – работай. Дружные ряды самарских дворников влились несколько новобранцев. У всех долги по алиментам. Самый большой – почти 500 000. Такие суммы нерадивые родители накопили почти за год. Среди тех, кто не считает нужным содержать своих детей, есть и женщины. Чаще всего это бывают какие-то маргинальные личности, которые абсолютно никак не относятся к своим детям, их не содержат, не занимаются их воспитанием. Соответственно, дети находятся на попечении либо у государства, либо у близких родственников. Должникам предстоит отработать от 20 до 60 часов. Трудиться обязаны в свободное от основной работы время. Эту территорию обычно убирает район за свои средства. Бесплатная рабочая сила, вот она здесь как раз нам очень даже. Данные люди будут направлены в МБУ «Перспектива» для производства работ по очистке пешеходных зон, лестничных спусков. Организацию, в которой будут трудиться должники, выбирает районная администрация. Под надзором приставов и коммунальщиков штрафники отправляются на уборку. Сергей рассказывает, закон нарушил по глупости. У него 2 детей, сыну 23 года, дочери 17. Сначала, говорит, алименты платил исправно, потом возникли проблемы с работой. Делятся родственники, относятся с пониманием и уже готовы отозвать прошение об алиментах. Да я, как бы, пусть не совсем деньгами, не в той мере, как положено, но помогаю в делах, в домашних, на даче работаю в дачный период. Вот. В общем-то, у меня отношения, можно сказать, великолепные. Оказаться на улице с лопатой в руках рискуют те, кто как минимум 2 месяца подряд не платит алименты. В этом случае приставы вправе привлечь к ответственности. Обязательные работы назначает суд.
Но при этом долг никуда не девается, его нужно погасить в течение 2 месяцев после окончания наказания, иначе грозит уголовная статья и лишение свободы на год. В 2016-м суммарный долг по алиментам в регионе составил свыше 1 миллиард рублей. В общей сложности должники выплатили лишь 260 миллионов. Чтобы узнать, имеются ли долги по алиментам и как можно скорее их погасить, достаточно зайти в банк данных исполнительных производств на сайте службы судебных приставов. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю.